Ребята, всем привет огромный. Мы приехали с мамой в магазин «Мир матрасов», называется мебель. Будем смотреть бабушке кровать, что мы уже купили. Что мы купили? Стенку, тумбочку. И нам осталось только купить кровать. Вот. А потом будем ехать в Юск. Опс, сумочку возьму. Ой, кстати, глянь, сколько тут кровати. Тут очень много. Нам надо... Ой, я забыл размеры. Какие там были размеры? Я забыл. Метр на 2,60. Это ортопедический? Конечно. Мам, иди дивись матрас бабушки. Они, ой, там они какие-то вообще какие-то ватные матрасы есть. Не, ну там ватный. А что это за матрас на основе ваты? Да. Только первый раз вижу. Смотри, сколько тут. Это, кстати, вы помните, мы с Самуэлом, когда ехали, «Мир матрасов» называется магазин, а мы, получается, с той стороны, с стороны набережной смотрели. А оказывается, если с другой стороны заехать, тут еще больше выбор есть кровати. Вообще на любой этот очень много кровати. Вот это тебе нравится? Какая? Вот это деревянная? Ну, ма, ну она маленькая. Но она меньше, чем... Тебе вот такая больше нравится? Не, ну то, что ты купил, да, она тоже нравится. А вон она там стоит, такая, как мы покупали, белая. Что, тогда мы вот выбрали уже бабушки. А вот это, вот смотрите, вот такая вот кроватка мы выбрали. Я не знаю, из дерева, по-моему. Массив дерева, да, Ольха. На 3000 где-то стоит по скидке. И сейчас выберем сюда матрас. Ух ты. Смотрите, какие классные. А это новые какие-то. 12 тысяч матрас. Подиум. Тут, кстати, есть и полки, и шкафы. Лянь, мам, тут шкафы тоже есть, купе. Какие тумбочки. Каролина, руками не трогать. Смотри, одно зеркало стоит без тумбы 8 тысяч. А яку ты любишь? Тут большой выбор кровати, бач? Ну, такие тоже ничего, кровати есть. Ну, видишь, это ж кровати, они с дерева, я согласен, но это ж только кровать, и это маленькая, это не такая большая, как у вас. У вас кровать, у вас где-то вот такая вот кровать, да? Ну, вам просто тебе по дизайну туда, такая кровать не подошла. Вот там, смотри, там вот так 20, 10 кровать и 10 матрасов, 20 тысяч кровать получается. Видишь, какие тут, вот сядь, это тоже такие похожие матрасы ортопедические, как у тебя там. Тебе нравится такой, да? Что, мы тогда выбрали, бабушка, кроватку. Сейчас, сейчас спросим по поводу доставки, да? Нет, сколько тут и одеяло, разные наборы. Это очень хороший магазин. У них даже сайт есть, свой «Мир матрасов», можете посмотреть. Вот это тоже, смотри, какая классная кровать. Но это без механизма, она не откидается. А вот такие штуки тебе нравятся сверху? Вот такие накидки. Угу, красиво. Я тебе говорю. Вот такой вот мы матрас бабушки выбрали, смотрите, 2300 по акции, двухсторонний, средняя жесткость, зима-лето, чехол съемный, я не знаю, он ортопедический или нет, но он такой достаточно хороший, видите, неплохой. Кровать вот эта классная Афина, 16 тысяч, но она большая достаточно, такая нанечка. С откидным механизмом. Вот это такая тоже красивая кроватка. 20 тысяч. Вот это мне не очень нравится. Не знаю, такой стиль какой-то. Это на любителя. Вот такое. Сколько оно стоит, интересно. 9 тысяч. Так, мы уже приехали с мамой в Юск. Были в этом. В «Мире матрасов». О, вот Юск. Берем вот эту штуку. Мам, возьмем вот эту. А нам надо будет
Мы тут хотим купить гладильную доску. А можно вот так. Дивись, чекай, не носи в руках. Можно вот так. Вот, и возьми. Тут я покупал. Тут классные всякие подушечки маленькие. Всякие вот такие, бачишь, светильники прикольные разные. Ну, тут очень много чего для дома есть. Так что, если что-то надо, то подивись. Можем что-то еще взять. Мне очень вот такие нравятся, дивись. Заставляй, как они классно дивляться. О, тут все, дивись, ящички есть, кошельки разные. Дивись, ма. Прежде чем будем покупать гладильную доску, может, еще что-то подивишься, такое, что в дом надо. Кстати, как вариант, здесь можно купить подушечки на стулья. Mm-hmm. Тоже продают они здесь. Тут и свечи разные продают. Потому что нам часы нужны, у нас часов дома нет. Mm-hmm. А какие ему надо часы? Вот такие, у него ж такие на тумбочке стоят. На стенку. Ну, дивись. Ну, тут такие такие часы. Тебе нравятся? У нас даже часы, чтоб... Та ні. Ну, хіба отакі... А, часы, не... мама, часы не надо, потому что часы я... Потому что я часы заказал на сайте китайском, мне скоро придут на стену такие... Вот ты видела, в Икее есть вот такие большие часы, вот так, типа, как стрелами сделаны, ну, такие на целую стенку декоративные. Я же такие заказал в китайском сайте, мне придут. Или если он хочет просто обычные на кухню какие-то... Ну, в принципе, можно взять. Ну, что, даже вот этот. Ну, тебе такие нравятся? Ну, именно простые. Зачем а куда он хочет их повесить? Я не знаю, ну, говорил, что ему нужны часы. Ну, хай. Ну, хиба вам в спальне? Вот этот возьму, да. Мне такие больше нравятся. Это здоровенный, аж за нами. Ну, это как и видно хорошо. Ну, какой-то такой грубый. Ну, они какие-то слишком простые. А у нас такой же самый дом, только розовый висел. Тебе не кажется, что они слишком простые? Ну, ну, что простые, зато... Эти толстые, эти тоненькие. Собрала. Ну, бери. Мне, честно, не очень нравится. Бери. Вот смотри, какие тут классные кошелочки. Всякие. Ну, тоже, бачите, эти такие штучки. Нам на стуле нужны такие серые. Вот. Есть вот такие. И мне вот такие. Вот, красивые тоже. Мне вот такие нравятся. Мне вот эти тоже, смотри, какие. Вот эти по скидке по 85 гривен. Угу. Вот. То есть они... Или дивись, или вот такие есть. Не, лучше эти, потому что стулья светлые. А, тут не будет, тут 5 их только осталось. Да? Вот такие есть, вот такие. Он тоже классный, смотри, какие. Да? Давай, какие классные. Три штуки. А может спросить, может включить? Ну, сейчас спитаю, но мне кажется, что в наличии их больше нет. А, вот такие вот другого цвета разве что. Чи може, мама, лучше візьмемо ці подороже, потому что вони яке-то качество. Вони... О, смотри, які класні ці. Да? От вони більше, смотри. Да, більше набиті такі, да? Потому что вот эти, смотри, ти потом эти, когда постираєш, вони соб'ються в кучу, да? Як тобі такі? Такі хороші, да? Давай візьмемо от этих 6 штук нам надо. Раз. Сколько ты там взяла? Дивись, чтобы не грязные были. Три. Не. Раз, два. А это какой-то светлейший. Три, четыре, пять, еще одну. Нам надо шесть таких подушек. Что мы вчера заказали в эпицентре. А, глянь, какие еще были, мам. Смотри, какие еще цветы. Ну, тоже красивые, тоже приятные. Вот такие тоже необычные, да? Может, возьмем эти? Ну, не знаю, давай, какие тебе больше нравятся. Вот эти больше, более светлейшие такие, да? А тут еще какая-то ручка есть, давай. Они маленькие. Да, типа, да, они побольше будут. Лучше эти. Шесть штук. О! Смотри, тут ще щось тобі може понравиться, якісь. Тут всякі такі на кухню, всякі. Щас... У них скидки зараз. Смотри, який класний. Тобі такий не нравиться? Ну? Це в коридор. Осторожно, там хай проїде. Це в коридор, так, знаєш, щоб садитися. Класна штука, так? Вона по акції. А там є далі, я тобі зараз покажу. Там є куча. О, вот подушки такие, как я купляв, смотри. Да, я согласна, а они зимой, сейчас они настолько... Ну, нравятся тебе такие красивые? Да. Они сейчас скидки, 250, а так они 500 стоили.
Тут очень много всяких штук. А ну... Иди. Давай гладильную доску в последнюю очередь, да? Угу. А тут тоже кровати есть. Да, но тут дорогие матрасы и кровати. Смотри, какая классная штука. Что это такое? Ну, это, по-моему, это не для дверей? Для дверей ставить, чтобы не ущильнивать. Да. Еще ездовываться. Тут это, там такие с песком ездят, штуки ставятся. Ну, давай с котиками, собаками. Как бы доехать, ну, так. Давай сама, я тебе просто показываю. Ну. Ты давай сама. Смотри, что, может, еще надо, то купим. Тут всякие есть, и дорожки, и пледы. Просто они сейчас просто делают скидки, а потом они будут дороже все стоить ближе к зиме. Вот. Тут, бачи, и постельное белье есть, и одеяло вот такие неплохие есть. Потом полотенца тоже неплохие. Вот смотри, какие хорошие полотенечка. По 50, по 100, по 300, бач? Великие, вот эти хорошие по 300, такие неплохие. Подушки тут я покупал. Вот, кстати, смотри, гладильные доски. Смотри, есть разные. Есть вот такая, вот, кстати, вот такая неплохая, вот такая у Самвела. Она 800 стоит. Есть... 150 евро? Не-не, 800 она стоит. Угу. Тогда это скидка 30 евро. Ну, есть вот такие по 300, но вони, бач, ну, обычные, там нема ни де утюг ставить, ну, ничего. Ну, давай пока оставим и будем идти уже обратно с магазина, и тогда возьмем, хорошо? Угу. Точно тебе така нравится? Так. Да. Але, я хочу сказать, что я там бы, я знала бы, за 10 евро, за 6-7 купила такую классную доску. Смотри, есть вот такая сушилочка для носков, 100 гривен стоит, не хочешь? Есть побольше он сушилки, что я тебе предлагал. Прищепки есть? Он по 60 гривен прищепки. Нет, хорошо. Мне не надо. Ты вешалки? Я хочу, чтобы повесил этот. Ты вешалки хотела? Иди вешалки, выбирай. Да, вешалки. Вот тогда заходи в ряд выбирай. А, вот это, а вон смотри, сколько еще вешал. А что пластмассовый? А зачем? Деревянный не хочешь? Не так бери уже одного цвета. Угу. Хватит или еще, может, возьмем? Хватит. Возьми еще на всякий, они недорогие, 85 гривен. Угу. Может, что тебе надо какие-то кошельки, тут такие красивые всякие есть, дивись, смотри. Сейчас, скажу. Я хочу. Вот, бачишь, там такие всякие кошелочки есть еще. Дивись, може, що якісь полотенце тобі. Мам, іди дивись, ну що ж я сам буду дивитися? Та синок, ну що я є? Ні, на кухні, на кучок пити. Так вам зараз покажу. Іди, мені теж саме не надо. Дві чи три скатерти. Ну дивись. Може, ще щось тобі таке треба? Тут теж штори. Бачиш, продають в цьому юску. Може, бабі взяти біля на односпальний? Ну давай, підемо. Ну, тільки з тої сторони треба взяти. А десь не то? А, там от. Бачиш, там теж такі дорожки є, як ти в туалет висилала, тільки темні, великі, mm-hmm. Дивись, які красиві. Да. На спальні ті, отам, з тої сторони. Треба дивитися. Треба дивитися, де одна спальня і що тут. От, смотри, одна спальня. Тут, ну, вони тут без простеньки, бач? Бачиш, що я там, да, просто. А ти ж дивись, десь з простенькою. Нужно ж дивитися. Вот така красива з слонами, тобі не нравиться? А що тут іде в комплекті, не написано? Картони, тоже. Должно, якщо комплект, то там должно бути все. А не написано, що йде? Ні. Ну, а вот, дивись, одна подушка и одна вот эта. А нам надо так, чтобы было и с этим, и с простенькой, правильно? Да, это не... Ребята пришли уже домой, купили все. И бабушке кровать, и матрас выбрали, и в юзке походили с мамой. Сейчас Юля с Самвелом должны подъехать. Так что желаю всем хорошего дня, хорошего вам настроения. Спасибо, что были с нами вместе на шопинге. Пока.